Скажите мне, какая разница, у кого были камни, там, кто несет юридическую ответственность? Скажите мне, какая разница в том, кто несет политическую ответственность? Почему мы все начинаем сразу туда уходить, вот в эти все вопросы, историческую ответственность? Вот сегодня, сейчас, скажите, кто был там, почему это произошло, и кто-нибудь возьмет на себя ответственность за пролитую кровь? Или это вот так вот станет таким зависшим вопросом между парламентом и типа Конституции? Вот такой вопрос это, да? Я думаю, Александр, это тоже некорректно. Во-первых, почему некорректно? Почему, кто должен брать? Парламент. Почему некорректно? Вы были там, зачем вы там были? Я шел с народом. Где вы шли с народом, вы не смогли ничего остановить. Совершенно правильно. Возьмите на себя ответственность. Подождите, если бы я ожидал, что будет такая крупномасштабная провокация, я бы, конечно, был впереди. Ну какая провокация? Обыкновенная, самая политическая, широкомасштабная провокация, которая проведена, спланирована в условиях городских, на улицах. Очень хорошо проведена. Значит, вам не стыдно? Нет, не стыдно. Вам не стыдно вот в кругу нормальных людей это говорить? Стыдно. Вам не стыдно? Не стыдно. Давайте я зачитаю. Тогда, я думаю, надо заканчивать передачу. Не стыдно. Не надо беспокоиться, я зачитаю письмо. Просто письмо очевидца. Разве нельзя зачитать? Да неинтересно мне письмо очевидца. Ну что же вы тогда? Их тысячи очевидцев. Саша, подожди. Мы же говорим о другом совсем. Вы не чувствуете, о чем я говорю. Саша, подожди. Пожалуйста. Давай мы более спокойно. Все-таки я первый раз вижу тебя таким эмоциональным. Да потому что это нельзя обсуждать как политический вопрос. Я понимаю. Нет, это, кстати, и политический, и нравственный, конечно. Мы о юридическом сейчас не говорим, потому что комиссия еще не работает, выводы еще рано сделать. Я хотел все-таки задать другой вопрос. Сегодня с двух сторон есть обвинение такого порядка. Это была провокация с одной стороны, значит, со стороны демонстрантов и организаторов, а демонстранты и организаторы говорят, что это была провокация со стороны властей. Вот я бы хотел у вас спросить, можете ли вы дать мотивы? Вот какие мотивы, скажем, у властей организовать эту провокацию? Ну, я думаю, самые такие незатейливые. Я бы их разделил на три. Первое. Безусловно, нужен был властям вот именно горящий Рейхстаг. Вы меня только прошу, выслушайте, потом можете понять. Я не перебиваю. Да, только я перебиваю. И они его подожгли. Для чего это надо было? Зачем? Я перечислю. Первое. Покончить с оппозицией, с патриотическим движением. В конечном итоге покончить с Верховным Советом, съездом. Восмание величия, по-моему. Но это же всего давайте не произошло. Я выскажу свое мнение, Саша. Я выскажу, свое мнение, а потом уже... Ну, пожалуйста. Значит, когда-то штурмаки Рэма тоже шли таким путем, и мы знаем, чем они кончили. Мы знаем также, когда был подожжен Рейхстаг, и чем это закончилось. Мы тоже знаем. Зачем? Я задал когда вопрос генералу Киселеву. Генерал, зачем вы это сделали? Нужно ли было останавливать народ, эту демонстрацию, чтобы пролить крови, для того, чтобы это все остановить? Столько жертв нужно было для этого? И какая его мотивировка? Мы беспокоились, что там вот при выходе, значит, на Гагаринскую площадь интенсивное движение могло кого-нибудь поранить. Значит, они беспокоились, что там может кого-то поранить или задеть машину. А здесь, значит, нанести такие тяжкие увечья сотням людей и погибшие, значит, это ничего. А вы мне не ответили вот на тот кадр, когда люди идут на милицию. Вы на этот вопрос не ответили. Бегут. Саша, у меня вопрос... Можно снять по-разному, можно? Саша. Иван, можно, можно я... Конечно, можно... с любой точки можно снять по-разному. Саша, извините. Подожди, я хотел бы все-таки... Знаете, я очень много об этом думал. Действительно, кому это было выгодно? Если взять вашу точку зрения, то мне кажется абсолютно нелогичными шаги властей. Почему же после того, как 1 числа это произошло, по вашей логике, фактически это подарок для властей. Второго уже должны были всех посадить. Третьего закрыть Верховный Совет. Четвертого разогнать съезд. Пятого ввести Конституцию. Ну и целый ряд вещей, которые, как вы говорите, это как поджог Рейхстага, было осуществлено в Германии. Но ведь всего этого не произошло. Совершенно верно. Самое главное, что у властей не получилось до конца эта акция. Она не получилась у них. В принципе, не получилась. И если мы будем разбираться, как все-таки это должно было протекать, я, кстати, потом проходил туда и осматривал все эти места, и видел, что те арки, которые были в доме перегорожены, там, в принципе, нельзя было пройти. Проулки тоже были загорожены, понимаете? Сзади стоял заград. И в том месте, где на нескучный сад нужно было отходить, и нужно было людям уйти, вот это расстояние, метров 150, было загорожено троллейбусом. То есть, если даже убегать интенсивно, ты не убежишь.
Ну, а людей догоняли, били на ходу и били сзади, кстати. Секундочку, вы, если вы про это скажете, как получилось так, что люди на огромной скорости шли на милицию и били милиционеров? Ну, я не считаю, что это огромная скорость. Безоружные люди шли с огромной скоростью. Безоружные люди? Безоружные. Да, надо смотреть второй раз. Давайте второй раз. Можно посмотреть еще раз? Давайте второй раз. Спасибо. Ну хорошо, Владимир Константинович, а вы, наверное, считаете, что это была провокация со стороны организаторов? Тогда изложите вашу версию. Да, есть такая формула, улики поведения в том числе. Но я бы так сказал, Александр, и сам, я помню, принимал участие в охранении здоровья и безопасности людей 28 марта 1991 года, когда Горбачев ввел войска. Было более 150 тысяч. Были десятки эшелонов ОМОНа. Еще не так сжимали десятки, подчеркиваю, сотни тысяч людей. Но ты прекрасно помнишь, сколько мы убили сил, возможностей, времени для того, чтобы предотвратить малейший инцидент. И сколько было провокаторов. И сами, не отдельно взятые демократы, а демократически настроенное население пресекало любые провокации. Ну, пыталось, где, конечно, были. Где же, Иван, извини, я знаю, ты убежденный коммунист. Где же ваши люди, которые спасали бы людей от этих, как ты выражаешься, провокаторов и провокаций? Может быть, в этом плане они просто были с вами? И второе. Я не удивляюсь твоей сегодня позиции, Иван. Очень просто. Я позволю себе напомнить 7-й съезд. Помните так называемую драку на съезде? Извини, именно вот любительские фотографии мне подарили журналисты на съезде у трибуны, помните? Именно, Иван, ты крутишь руки. Ну, я бы не стал так, депутату Шабану. Ну не надо, никого я не крутил. Более того, я позволю напомнить все практически демонстрации. У депутатов свои правила жизни. Вы же все неприкосновенностью пользуетесь. Что сейчас? Прошла демонстрация, убили человека, все равно же никого не засудят. Людей простых будут судить. Я говорю о другом. Кого-то, может быть, посадят от 2 до 15, а у вас у всех неприкосновенность же. Сегодня у власти, какая бы она ни была, непоследовательно решительная, нет никакой заинтересованности в этих эксцессах. Есть один интерес. Стабильность ситуации, обеспечение развития реформ. Именно у другой силы есть интерес в крови, чтобы активизировать именно в буквальном смысле экстремистские силы. Спасибо вам. Я надеюсь, что завтра мы все, вот найдем все мужество, выйти куда-то, да, на улице и помочь там ветеранам спокойно почтить память своих товарищей и провести свой праздник так, как, в общем, эти люди заслужили. Конечно, я думаю. Вы смотрите «Красный квадрат», оставайтесь с нами. Еще будем долго огни принимать, за пожары мы. Будет долго зловещим казаться нам скрип сапогов. Про войну будут детские игры с названиями старыми. И людей будем долго делить на своих и врагов. Ну что ж, Андроник, конечно, наверное, приятнее было бы завершать передачу разговором о 9 мая, чем о 1, но поскольку ты эксперт, имеешь право выбора. Ты знаешь, я скорее начну так. Начну с 9, а потом попытаюсь вернуться к 9, но я не знаю, что получится. Мы посудим дальше. Я думаю, конечно, этот праздник особый праздник для всех нас. Мало того, я, например, вот армянин, там, ты русский, есть узбеки, казахи и так далее. Я думаю, что все с гордостью всегда будут вспоминать эту великую победу. Неважно, француз сегодня или во времена Наполеона, француз всегда гордится наполеоновскими войнами и победами. Есть некоторые вещи, которые возвеличивают народ. И как бы мы ни стали цивилизованными, куда бы мы ни двинулись, все равно есть чувство гордости и патриотизма. И, конечно, те или иные вехи являются
ну, некими вершинами, которыми всегда народ, пока существует, будет гордиться и вспоминать. Я думаю, что 9 мая для нас останется таким и в 21 веке, да и во веки веков, пока существуют вот наши народы, которые населяют Россию, бывший Советский Союз. Мне кажется, конечно, ужасно то, что события 1 числа произошли накануне вот такой знаменательной даты вот для нашего народа и нашей страны. Мы сегодня услышали довольно, ну скажем, напряженную беседу представителей двух флангов нашего политического спектра. Конечно, что можно сказать по поводу обвинения или же защиты вот сторонников и противников этой демонстрации? Совершенно очевидно, что здесь очень серьезная ответственность ложится на власти. Вот по-большому. Но почему? Я попытаюсь объяснить. Дело в том, что если бы была сильная консолидированная власть, она изначально определила бы жесткие рамки поведения уличных демонстраций и очень жестко потребовала бы следования тем правилам, которые обязательны. Как при Горбачеве было, кстати. И тогда никто не стал бы возражать против этого. Нарушил правила, получай. Но что получается? Ведь были несколько демонстраций, во время которых совершенно по необъяснимым причинам загораживались дороги, демонстранты пробивали заграждение. И создавалось впечатление, что можно сделать все. И в другой ситуации, когда вдруг власти решили и власть употребить, и не вовремя предупредив, отменили, скажем, маршруты, тоже создали двойственное ощущение. Демонстранты решили, ну раз, в прошлый раз они прошли, и сегодня можно пройти. И вдруг власти решили применить силу и показать, что они есть власть. Но, конечно, я думаю, что это не снимает ответственность с тех, которые пытались использовать это для того, чтобы дестабилизировать сложившуюся ситуацию. Я хотел бы остановиться на двух этих версиях. Есть версия, что это власти решили использовать в качестве провокации. Но, на мой взгляд, мы уже об этом говорили, эта версия не выдерживает серьезной критики. Иначе непонятно. Президент поступает даже не в тот день, а через два дня. Власти предпринимают меры с таким большим опозданием. Если бы это была бы спланированная провокация, как считает оппозиция, если бы это был как поджог Рейхстага, я думаю, что не было дано возможности ни Верховному Совету собраться, ни Хасбулатову обратиться и представить это как столкновение, ну как бы бомжи столкнулись с мафиозными структурами. Или наоборот, я уже не помню, как он это интерпретировал. Нет, с одной стороны, как будто представили народ бомжами, а с другой стороны, он считал, что народ столкнулся с мафией. Скорее всего, я думаю, что есть определенная вина у тех людей, которые хотели бы свести на нет итоги референдума. И действительно, вот в этом плане какая-то часть людей могли бы и пойти на определенную провокацию. Если прольется кровь, властей можно обвинить в том, что пролилась кровь, и это может свести во многом на нет итоги референдума и возможности трансформации этих итогов в некие политические действия и таким образом углубить напряжение и конфронтацию, которые, в общем-то, последние уже несколько месяцев просто сотрясает наше общество. Но заканчивая, здесь можно многое, конечно, говорить, заканчивая, хотелось бы пожелать, чтобы 9 мая, как и в Верховном Совете было сказано, президентом и исполнительными структурами, 9 мая стало бы днем национального примирения, и чтобы на митинге могли бы спокойно сосуществовать и сторонники коммунизма, и противники коммунизма, и
никто не стал бы обвинять одних в том, что они не любят эту страну, разрушают его, а другие не могли бы видеть вот в нынешних властях тех, которые предали национальные интересы и только и ищут повод для того, чтобы установить диктатуру или тоталитарный режим. И так, чтобы все-таки 9 число было бы днем нашего примирения. Дай Бог, чтобы получилось именно так. Ну а если не получится, то у меня есть предложение ко всем нормальным людям, вот, населяющим нашу страну. Если для того, чтобы жить спокойно, мы должны там интересоваться, как устроена Конституция, выяснять, что такое парламент, почему президент не говорит, как ведут себя власти. А вот реально понимая, что все очень просто и понятно, давайте тоже тогда организуем свои отряды для воздействия на таких вот демонстрантов, которые говорят, что они и есть народ, а мы с вами не народ. Наш телефон 924-02-54. И будьте с нами через неделю. Автомобили. О них мечтают, их покупают, на них ездят. Мы их продаем. Фонд поддержки предпринимательства России.